В предыдущем фильме мы рассказали о летней практике студентов географического факультета МГУ на научно-исследовательской станции Лос-Амигос, затерянной в дебрях перуанской Амазонии. Та практика проходила в разгар сухого сезона, длящегося в этих краях с мая по октябрь. В сезон дождей местные пейзажи меняются. Вот как выглядит тот же самый вид на реку Мадре-де-Диос в сезон дождей. Как видите, река полностью затапливает обнажающиеся в сухой сезон песчаные отмели, или побочни, как их называют гидрологи. В первый раз мы были со студентами на станции Лос-Амигос именно в сезон дождей, и Амазония приветствовала нас из всех своих орудий, организовав нам захватывающее приключение. А дело было так. Мы вместе со студентами геологического факультета Пенсильванского университета и их преподавателем Грегом вышли в маршрут, и в нескольких километрах от станции нас накрыл ливень, которого здесь не фиксировали никогда за всю историю наблюдений. За 2 часа на наши головы вылилось 123 миллиметра осадков. Тропинка, по которой мы шли, стремительно превращалась в бурный поток, уровень воды в котором порой доходил мне, человеку немаленького роста, почти до пояса. Студенты потом шутили. Ну, по крайней мере, мы не можем утверждать, что Амазония встретила нас сухо. Отправляться во влажный тропический лес без мачете по меньшей мере неразумно. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле это не такой уж простой в обращении инструмент. Тут необходима определенная сноровка. Вот как владеет мачете наш бессменный проводник по перуанской сельве Ричард Амабли. Он расправляется с бразильским орехом с одного удара. А вот что получилось у нашего студента Ильи Колбинева. Okay, Ilya, one swipe. One swipe. Yeah, I think it's just scared the middle. Давай, Илюх. Okay, just ride it, okay? And I will... Don't move much. Just try, man. Guys, here what the local zoo is. You can start. You can start trying. And locals, what they do here is they go to the field for 3 months, camping inside. 3 months, guys, living inside, collecting the shells, opening the shell, bringing all the nuts in a bag. For one day, they can get one bag like this of those tiny nuts. Mm-hmm. So how many shells they need to open in a day? Maybe 200, close to 200 feet, okay? So it's a lot of work just to go to the market, you know? It's such incredible work. Don't hurt yourself, please. Okay. Oh, don't
you don't cut yourself, but yeah, please don't. Go strong, man. Go strong. So you got the touch. You had two swipes. Okay. Concentrate. Okay. Okay. Oh my. That looks really good. Alright. Well, you got the skill. Well, just take. Megan, you want to take a swipe at it? And then you can go, you know, probably. Do you want to hit, you want to no, try it? I'm good. I'm good. You sure? Yeah, I think it'll be pretty futile. Okay, 20 minutes. I guess. Apparently, you need to have some in the right direction. Yeah. You should get. Well, yeah, kind of. But this is the direction you should hit. It's like iron. It is, that's what they say. It's quite interesting how hard it is, you know? Mm-hmm. Oh, there he's got it, almost. Oh my god. Yeah, you're close. Yeah. you guys are gonna should make a YouTube and put it on. Hold on, I want to try it now that it's stuck. I guess you almost got it, man. Yes, you must eat it. Alright. All right. You should put that on YouTube. That's a good hammer you have. Alright. Anyway. Use both hands and whack it. There's a lot of mosquitoes here. Okay, you use your shoes. Use the shoes. Get out from there. You know? All right. You want to try one more time? Nah. No? Okay, next. Next one. All right, I'll try it. I'm scared. Во время нашего пребывания на научно-исследовательской станции Лос-Амигос мне не раз доводилось помогать Алексею Григорьевичу Косицкому в его гидрологических изысканиях. Для этого мы частенько на свой страх и риск самостоятельно уходили во влажный тропический лес. Измерить расход воды в каком-нибудь ручье или взять пробу воды из реки. Иногда из-за этого мы задерживались и во время общих выходов в лес, отставая от остальной группы. И вот однажды заблудились. Задержались немного, чтобы взять пробы воды в местном ручье. И вот, пожалуйста, отстали от группы. Ну ладно, доставай давай GPS. Надо убираться отсюда. Да, ну дела. Thank you.
Однако по-настоящему мы испугались только тогда, когда уже добрались до нашей станции и окинули взглядом со смотровой площадки тот лес, по которому только что прошли.